И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все. И сегодня Фролов во второй раз может игру под названием Tiny Room Stories Town Mystery. Значит, на фоне первой игры я взял сегодня наконец-то блокнот, чтобы записывать и решать загадки более быстро, более адекватно, а не в голове все держа. Поэтому, если ты еще не подписан на канал, подпишись. Если не смотрел первую часть трансляции, обязательно посмотри ее. Плейлист найдешь в описании. А сейчас нажимаем продолжить. У нас, значит, уже было две главы, и сейчас будет третья. Кто не знает, что было в той части? Значит, я не знаю, как нас зовут, но нам прислал, значит, письмецо батька. Батька у нас проживает где-то проживает, ну, типа, в другом городе. Мы с ним 10 лет не общались, не поздравляли с днем рождения, но деньги приходили. И тут он, значит, нам присылает письмо, да, не смс-ку, а именно письмо. И где говорит, что, слушай, ну-ка, приезжай. Мы пытаемся заехать к нему в город, но там стоит, значит, погранотряд с ребятами, которые нас не пускают. Но беда еще в том, что ребят-то нету, то есть просто перекрыт шлагбаум. В город въезд одна дорога, наверное, какой-то военный городок, типа Королева. Но тем не менее, значит, закрытый военный город, может не военный, но закрытый. Мы пробрались в будку, все открыли, все въехали. Потом думаем, ну куда ехать? Ну, отец прислал, правильно ж, письмецо. Мы, значит, к батьке сразу в дом. В доме нашли оружие, нашли ключик от ячейки в банке, значит, сразу поехали в банк, никого не встретили по дороге, в банке пусто, непонятно, что вообще происходит, но, мы зашли где ячейки, короче, где сейф, где огромный сейф, отперли эту дверь, как в Fallout, и там нашли чек на 50 штук зелени от церкви. Я думаю, что для церкви это небольшие деньги, это всего 50 штук. Но, больше мы ничего не знаем, и сейчас мы должны направиться в церковь, чтобы получить ответы на наши вопросы. Поэтому нажимаем «Играть» и прямиком в церковь. Церковь, значит, едем на своем мустанге, приехали на мустанге в церковь. Это мы, значит, вот он такой красавчик. Так что приехал, еще не знаю, куда ехать. Вот, значит, церквуха, значит, изучаем. Голубая тачка не такая, как у нас гораздо круче, у нас спортивный, как Adidas. Только полоски две, значит, номерочек 91-31-25-23. Звоните, ответит Никита. Никита продает вот такие вот автовазовские, значит, машинки. И я знаю, что сразу все номера надо записывать. Поэтому открываем мой волшебный блокнот. Пишем номер телефона, значит, телефонный звонок 9131 добавочный и 2523. Хорошо. Теперь, значит, мы заезжаем. Попробуем заехать в церковь. Церковь открыта. Здравствуйте! А где все? Где все? Значит, Библия. Нужно с другой стороны, естественно. Заходим. Мы так часто делаем, когда заходишь в церковь. Самое главное выйти, значит, людей причащать. Естественно, как... я не знаю, как у этих людей, которые проживают в этом городе, но если в каждой церкви выключатель в книжке, то меня это очень пугает. Так, значит, тут ничего нету. Тут какой-то символ. Треугольничек. Здесь какая-то дверь. Сразу открыто, не похоже. Глобус крутим-вертим. Тут стоят достаточно нормальные цветы. То есть кто-то тут все-таки находится. Находим предмет, свечку. Открываем остальные ящики. Пусто. Нашли что-то непонятное. Есть крест. Значит, православные. Ребята православные. Может, католики, но тем не менее, крест есть. И что-то еще есть. Разберемся по ходу дела. Четыре картины. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Их можно потрогать. Фикус тут стоит. Рядом с фикусом есть компьютер. Тачка, кстати говоря, мы ее видели снаружи. Здесь какой-то паролец. Так, паролец. У нас есть номер 9131. И паролец 2523. О, ага, угу. Значит, от компа. Все, галку поставил. Мы молодцы, мы хорошо. Мы, значит, входим в игру. Так, вот света дойдем. Управление.
Я еще не знаю, открываем однозначно, не закрываем однозначно. Ну понятно. А тут еще было почта. Напоминаем, что мы изменили код доступа в приложенном файле. Новая последовательность. Печатаем, естественно. Тут у нас пинанина. Пинанина, это хорошо, это хорошо. Свечка. Книга об изготовлении светящихся чернил в домашних условиях. Флюоресцентные, значит, чувачки. Дверь за щелкой. Никуда не двигается. Двигается защелка. Зашли, лампа. О, сундук. Ну, свечку вряд ли мы откроем, конечно. Что тут? Табуретка какая-то с ящиком. Еще свеча. Крутим, вертим. Угу, на выход. Что-то значит... Ох ты, ё-моё, значит... Гефест, значит, форма Гефеста. Скульптура. Различная церковная литература. Раз, два, три. Свеча, еще одна. Фрукты так-то испорчены. Еще различная церковная литература. Покрутить мы не можем, тут ничего нету. Так, шифер. Я только что видел это снаружи. Ага. Треугольник. Сейчас разберемся. Пускай будет включен. Так. Значит, мы обнаружили, что где плюсик, там есть стрелка влево. Значит, это, скорее всего, там же 5, да, символов было у замка. Значит, первое плюс. Второе это вот эти два треугольника. Потом. Крутим. Треугольник. Просто треугольник. Решетка, мне кажется, какое-то название есть, типа Доди Ясель, типа того. И, соответственно, квадратный треугольник. Это квадратный треугольник. Врываемся. Значит, идем плюс. Потом два треугольника. Потом. Ой-ой-ой-ой-ой. Папара-папам, треугольник вверх. Решеточка. И квадратный треугольник. Квадратный круг. Ключ. Значит, сразу с ключом топаем к нашему сундуку. Мы видели, тут сундук был. Давай. Крути, верти. Угу. Закрыто, ладно. Что-то тут еще было. Ой, свечка, нам нужна свечка. И у нас по записям была вот такая вещь. Значит, первая между черных, раз, два, три. После черных, 4, 5, 6. Угу. Свечки берем, 6 свечей, раз, 5, и крутим туда-сюда. Книжки. Перевернутая книжка. Все просматриваем на наличие каких-нибудь подсказок. То есть во всех есть 9 вот этих вот элементов. Пока для меня непонятных, но... Ага. Это крутится. Понятно, это крутится. Записи, наверное, как нужно расставить вот эти вот штучки. Значит, влево. С первого ряда. Вторая влево. Со второго ряда четвертая влево. Это влево, это влево. Крест там, правильно? Крест там. Так. Что, какие еще варианты есть? Так. Иди сюда. Ага, значит, смотрите. Мы вырубили свет, и на каждой книжке есть вот такие символы. Значит, первый символ тройка. Вот эти вот, значит, ну типа перевернутая буква Г. Вторая пустая. Третья перевернутая книжка. Соответственно, это будет наискосок и вправо-вниз. Следующая книжка, точка. Может, какое-то слово. Какое-то слово. Здесь не перевернутая, просто палка, как это, пионерский слэш.
ставь обратно. Наверху мы видим такая ровная книжка, ага, ровная. Кусочек. Это буква Г. Не перевернуто. И последнее. Это вот такая три. Перевернутая. То есть вот так будет выглядеть. У нас внизу есть, как это, когда мы были в доме отца, когда искали пистолет, там были вот такие тоже вещички. Похожие, но. Значит, смотрите, тут их всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. При этом одна книжка пустая. Значит, 8 минус 1. Одна пустая книжка. Вот этот символ есть? Мне кажется, это другой символ. Так, под вопросом. Книжка пустая. Эта книжка точно есть. Да, символ книжки. Точно пустая. Еще минус один, потому что нету тут таких. Палка-копалка есть. Прямая. Маленькая прямая есть. Буква Г. Буквы Г нету. Итого вариантов-то уже остается 5, так понимаю. И последний нету 3. Блин, у нас 4 штуки, а у меня их. Стой, а где буква Г была? Где буква Г? Подожди, а буквы Г, ее же тоже нету, правильно? У нас нету буквы Г. Угу. То есть. Ищ... Блин, так, сейчас. Не берем. Это перевернуто, правильно? Перевернуто, то есть вот так должно стоять. Это мы не берем, берем. Это ровно, ага, стоит так, как надо. Это. Эту мы не берем, потому что Г нету. И перевернуто. Угу. Так, и теперь у меня есть еще один ключ, который... Куда я использую? Ой, стул. Не стул. Так, значит, у нас есть два ключа. Дай выйдем. Значит, у нас есть два ключа. Давайте еще раз проанализируем. То есть мы чуть-чуть зашли. Свет, камера, мотор. У нас есть записи, но запись что-то я как-то не понял, чтобы она именно так работала. А подожди, может дернуть надо? Не дернуть. Ковер, не ковер. Тут все взяли. Ой, тут, там наверх было. Это чердак, чердачело. Давай на чердаке. Сразу бери малярную палку, она пригодится. Пусто. Ключ. У меня два ключа, да камон, да, по-любому должно открыться. Наверху. Кажется, здесь что-то не хватает. Но свечки есть, ага, угу. Свеча, не понимаю. Так. Короче, какие-то прожимаются. Это прожимается? Это не прожимается. Это прожимается, это не прожимается. Прожимается. Не прожимается. Это не... Это прожимается. Прожимается. Не прожимается. Не прожимается. Ну, нам сколько-то еще свечей явно нужно. Угу, окей. Так, еще одна. Ага, прожали. Ключ взяли. Так, сейчас, стой. Ну, типа, мужики думали, а как мы расставим? Ну, вот это хороший вариант, это плохой вариант. Хотя, по мне, что то плохой вариант. Кстати говоря, они просто в обратном направлении переставили, да и все. Так, это нам, наверное, не поможет. Ведра. Наверху ничего. А сейчас с этим ключом мы... Колокол. Дергай. Опа. Колокол выглядит старым. Кажется, к нему приклеено что-то изнутри. Ну, дергаем. Видимо, колоколом давно не пользовались. Как бы он на меня не упал. Так, минус колокол. Фух,
Еле успел отскочить. Ну, прыгай. Прыгай внутрь. Пока не прыгай. Заходим сюда. А куда колокол-то? А, не, нормально, нормально. Так, зашли, взяли. Еще третий вариант, это значит спереди. Спереди вот эти штуки. Еще два варианта, типа рабочих. Пароль. Хермайор. Коробка. Записки. Значит, где колокол? Давайте так, пока я хочу колокол. У меня вот это вот интереснее всего. Куда идти за колоколом-то? На улицу? Стой, он тут лежал, да? Вот он, колокол. Нужно посмотреть с другой стороны. Четвертый вариант. Как можно расставить? Итак, и они все по-разному расставлены. Ну, давайте все типа слепим в один вариант. То есть мы встаем как пастырь. Открываем записи. Значит, ближайшее. Не-не-не-не-не. Мне не так не нравится. Давай лучше встанем вот так. Там же находится крест. Первые два. Поближе. Не-не-не-не-не-не. Первые два поближе. Дальше. Значит, что мы уже влепили? Мы сделали вот этот вариант. И сейчас мы берем в первом ряду четвертую. То есть это будет вот сюда. И, соответственно, из этого мы берем второй ряд и направо делаем, да? Вот так. Так, и пробуем. Пробуем открыть. Пробуем. Проба пера. Джин. Так, у нас есть спуск вниз. Давай, дотопаем. И коробка. Нифига не понятная. Так, два ключа. Раз, два. Коробка, нужна коробка. И в этой коробке сколько знаков? Три числа. Еще раз. Стой, это что такое? Так, значит, берем волшебный розовый блокнот. Мы помним про него. Квадрат квадратный. Потом идет прямоугольник высокий, прямоугольник лежачий и маленькая коробочка. И вот из этого вот. Так, что-то мы сейчас будем. Где у нас было что-то подобное? Камера. Где у нас было что-то подобное? А, так. Подожди. Маленький обычный, то есть это четверка. То есть четыре. Четверка, высокая единица, лежачая тройка и двойка. Так, мы потерлись. И, скорее всего, должны спуститься вниз, и тут что-то должно... Укос, подожди. Ядрёные мормоны. Возвращаемся. Не-не-не-не-не, мы сделали все правильно, просто я, не так делаю. Еще раз смотрим. У нас за первую отвечает четверка. Я пишу цифру 4. Потом я пишу... тройку, да? Я же правильно все делаю? Потом я пишу тройку, потом я пишу единицу, двойку. Возвращаемся к коробке, к волшебной коробке. Это будет 4, 3, 1, 2. Пока далеко не уходим. 4. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я напутал. 4-1-3-2. 4-1-3-2. Коробка. Циферки. 4-1-3-2. И третий ключ. И взяли третий ключ. И с этим ключом мы, значит, топаем куда? Ага, это крыша называлась. Хорошо. Не-не-не, мы спускаемся в подвал, в подвальное помещение. Здесь мы вставляем третий ключ. Открывается? Закрытая дверь. А что, крутанем? Крутанем, все логично. Церковь построена над древними постройками? Бери кувалду, вообще однозначно пригодится. Свет, камера, мотор. Срочно заблокировать все входы к подземелью. Расположение помечено крестиком. Нифига себе, какая тут балалайка-то серьезная, оказывается, под церковью. А где мы-то находимся? То есть... Во всей вот в этой вот ситуевине мы-то где? Ну, север, юг, запад, восток, понятно. Ага. Я так понимаю, мы как бы здесь. А куда мы должны как бы попасть? Здесь есть вентиль. Это коридоры. Вентиляция ведет из комнаты F4.
наверное, нужно сначала дойти до питания. Так я понимаю. То есть это вход налево, направо, налево, направо. Вход налево, направо, налево. Угу. Подожди. Вход. Вот он тебе вход. Здрасте. А что я читал тогда только что? Под церковью оказались древние закрытые двери, но, судя по карте, есть другой вход. Продолжаем, продолжаем. Вот на церковь наша. Как интересненько-то. Под землей. Глава 4. Под церковью вы нашли древние закрытые двери. Согласно карте, есть и другой вход. Нужно найти путь к нему через подземные проходы. От работника 1, кому работнику 2. На прошлой неделе ты очень хорошо пошутил, закрыв все рабочие помещения загадками. Но сегодня моя очередь удачи. Ковер. Я обожаю ковры, естественно. Тут вообще думать нечего. Красный ключ, как в Думе. Бочка. За бочкой. Пока ничего. Ага, то есть, стой. Это мы только зашли. То есть, мы вот сейчас зашли налево-направо. Давай так вот, как мы и планировали. То есть, налево, ну, туда. Налево. Кирпичи. Дверь заблокирована. Стой. Получается, это мы отсюда пришли. Вот, мы зашли. Давай вот сюда. Вентиль. Входа нету, закрыта дверь. Что тут такое? Угу. Значит, первая загадка. Первая загадка, значит, отметим ее. То есть, вот где подсобка, здесь первая загадка будет. Погнали, погнали. И тут вентиль есть, да? А можно его трогать? Падает давление. Совсем. Пока неизвестно. Пошли дальше. Тут мы дошли до сюда. Налево. Ого, трубу прорвало. Нужно как-то перекрыть подачу газа. Соответственно, мы тут как раз шли. А этот газ, он действительно совпадает? То есть вентиль есть вот он, то есть мы его перекрываем, и нужно будет перекрыть вот этот вентиль. То есть, пум-пум-пум, совсем. Эта труба закрыта. Хорошо, то есть одну трубу перекрыли. Поворачиваемся вот сюда. Ну, типа по прямой. По прямой. Где вот тут прямая? Вот эта прямая? И вот эта прямая? Короче, здесь будет самая большая проблема, так это... Ага. Тут что-то не хватает. Хорошо. То есть раз. По прямой. И еще по прямой. Вот два вентиля. Где два вентиля? Два вентиля аж вот здесь, соответственно. Ну, выключаем оба. Так, выключили. Дверь закрыта. Соответственно, сразу крутим все, что можно покрутить. Идем сюда, и где-то здесь должен быть вот еще один вентиль. То есть мы как-то... Или мы сюда вышли? Или мы вышли сюда? Так, еще раз. То есть мы прошли по прямой. Уперлись. В две закрытые двери. Вот какая-то дверь. Тоже закрыта. Вот еще одна дверь. Так, пока тоже непонятно, как это решается. Давайте побродим чутка. Здесь закрыто. Здесь были. Сюда зашли, сюда направо. Здесь мы прямо не были точно. Уточку. Коробочку. Проходим. Здесь. Не могу дотянуться. Проходим. Взяли поддон. Ничего там не видно. Так. То есть у нас пока есть только поддон, но непонятно, куда его использовать. Хотел кинуть поддон, кстати говоря. Давайте еще покрутим, повертим. Закрыто. Закрыто. Угу. Так. Здесь мы выключили. Так, подождите. Если мы здесь газ перекрыли, тогда, ну, наверное. Наверное, я не претендую. Но, скорее всего, и там газ, который был, он тоже закрыт.
Заходим сюда. Ну какого хрена-то, а? Ну понятно, что что-то не хватает. Крутим, вертим. Ну и, соответственно, мы опять пришли сюда. А до чего мы там дотянуться-то не могли? То есть он говорит, не могу дотянуться. Просто не могу дотянуться. И здесь выключено, да? Соответственно, тут даже если мы что-то будем использовать, тоже не получается. Не получается. Какая большая загадка, как по мне, если честно. Так, тут мы ничего не видим. Как мне кажется. Давайте изучать игру вместе. И тут все поперекрыто. То есть так-то не очень много вариантов, что делать. Что вот это такое? То есть мы куда-то пришли. Вот он говорит, вот они тебе комнаты, да? И это единственная подсказка, которая у нас как бы сейчас есть. Заблокированы все входы к подземелью. А тут покрутить ничего нельзя. F1, F2, F3. Ага, это мы тут еще немножко походили. Угу. Ага, они, значит, нажимаются два раза. То есть можно их включать и выключать. Но что включать, пока даже не знаю, если честно. То есть, ага, вентиляция, вот подсобка. Ну, пока не знаю, пока не могу подступиться. Вентили мы тут выкрутили на минимум. Микро на минимум. Дверь заблокирована. У нас поддон есть, это тоже... Какие вредные ребята. Так, тут какой-то был тоже вход с загадкой. Угу, понятно, понятно. Загадка оказалась-то достаточно простой. Ага, две перевернутые буквы П. Хорошо. А, угу, угу. Все. Я не рвусь, подождите. Пусто. Пусто. В ящике номер раз, пусто. Инструменты. В этом тоже, в этом. И в этом пусто. Угу. Кручу-верчу. Значит, тут мусор. Мусор под этим углом, наверное, как-то... Вот оно! Спички. Спички детям не игрушка. Что у нас здесь есть? Коробка пуста. Дальше. Мусорный. Почему никто не выносит мусор? Я вас спрашиваю. Различный хлам. Да я тебе зуб даю. Сейчас это еще что-нибудь подожжем, и вообще оно сгорит хорошо. А если под другим углом? Нет, так-то вроде ничего не тут не видать. Ага, и тут. Слушай, и вот я тебе зуб даю, вот это все вообще неспроста. Я все хочу сжечь, да? Так, еще раз, еще раз. Вверх, значит, под, еще раз под другим углом. А, нет, он уже так не делает. Он говорит, ну ты это, разбирайся. Ну, в любом случае, у нас уже есть какая-то первая зацепка. Первая зацепка это вот это изображение. Я думаю, сейчас мы с ним бежим. Там, буковками. Значит, бежим мы сюда, насколько я помню. Потом бежим сюда. И вот на дверь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Open the door. И теперь мне входит мысль в голову. Там были направления. Направления, как делать тот или иной подсобка. Где тут направление? Вот, смотрите, направление. Ой-ой-ой. А, это загадка. Должно быть все зелененькое, я так понимаю, да? Угу. Хотя чего гуни непонятно, да? Ой, как это медитативно сейчас будет.
Они и здесь под разными углами, я только что увидел. Ага, ага, извините, пожалуйста, вот смотрите. Какая фишка вот здесь была? Ну, в любом случае, она проходится вот сверху так вот, тын-дын. Ну, первая, первый ряд, первая строчка, первый ряд, первая строчка, вторая, вторая строчка, дын-дын. И вот здесь вот эти угловые штуки, они не симметричны. Ну, то есть, они, это закрывает вот эту полосу, а это закрывает вот эту полосу. Хорошо, open. Ключ. You need a key. Значит, ключик взяли, пока тут больше ничего вроде бы не делается. Погнали, погнали. Ну, теперь-то мы точно погнали. А что из-за что я сюда должен гнать-то, а? Вот эта дверь. Закрыта. Тут есть другие двери. Ага, вот эта дверь, например. И тут заблокировано. Вот эта дверь, не, не похоже. И тут не похоже, да? Так, ладно, сюда я тоже, наверное, рано еще пришел. Ключ. Рано. You need a key. Что-то из дверей было, насколько я помню. Вот была дверь. Отлично. Ага. Естественно, даже не сомневался. От работника А, работнику Б. Краткие правила игры. Белые ходят первыми, игроки ходят по очереди. Ходы записываются условными обозначениями, например, D2 на D4. Хотя, кому интересно, откуда ты совершил ход фигуры, да? Начальный расстановка фигур. Хорошо. И значит, я должен решить, как выглядело... И сколько там... И сколько там цифр? То есть, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это кто как бы походил, да? А нужен какой? Последний ход? Ну, то есть, первый ход явно был белыми. Белые делают ход... А, про первый ход спрашивается, да? Это был, ну, Е2, Е4, правильно? Е2, Е4. Е2, Е4. Это был первый ход, это прям видно-видно. Второй ход был, соответственно, это была пешка с H7 на H5. С H7 на H5. Или белыми только надо. H7? Давай так сделаем. H7. Хотя тут черный и белый мне не нравится. H7 на H5. Мне кажется, я понял суть этой игры. Потому что у нас есть... вот они белые, а есть черные. И вот белые ходили. Значит, первый ход, еще раз, ходил ферзь. Ходил он... Ой-ой-ой-ой. Ходила пешка. Пешка ходила с ряда Е на Е. Поэтому ход был с Е на Е. Следующий ход был пешка черных с H на H. H на H, E на E, а тут цифры. То есть здесь нам нужна цифра. Цифра черных-то нужна, ё-моё. 7-5, 7-5. То есть первая была 7-5. Ой-ой-ой-ой-сеньки, ё-сеньки. 7-5 была, потом следующий ход был ферзём с D на H. С D. С D на H. И, соответственно, здесь был ход ферзём. И был с 8 на 6. С 8 на 6. Ядрёнба! То есть, что-то я упустил. Давайте еще раз проверим. Значит, не-не-не-не, правила проверим. Потому что нужны правила. От работника 1 на работнику 2. Краткие правила игры. Белые ходят первыми, игроки ходят по очереди. Ходы записываются условными обозначениями. Например, пешка D2. Нет, записывается, естественно. D2 на D4. А мы какие? Наверное, мы играем за черных, я так думаю. А если мы играем за черных, соответственно, у нас ходы какие были? У нас была пешка и у нас был конь. Все. То есть это был HH. Давайте еще раз. HH.
с семерки на пятерку только остается. Потом с G на F. С G на F. С восьмерки на шестерку, правильно? С восьмерки на шестерку. И тоже нет. А что ты тогда хочешь? Хотя кому интересно, откуда ты совершил ход фигуры, да? Или мы за белых, ядрёно мормоны. Так, а если мы за белых? Ну, допустим, мы за белых. Тогда первый ход был ЕЕ, Е2, Е4. Давай еще раз. Ну, может, это типа простая для простого человека. Е2, Е4. И, соответственно, второй ход у тебя будет. Это ход ферзем с D1 на H5. С D1 на H5. 1 на H5. А можно я доской просто расхреначу это все? Так. Мне покрутить бы это все. Так, давайте еще раз. Что-то, мне кажется, я просто упускаю. Пусто. Стул тут. Еще стул. Не-не-не, там какая-то компьютерная машинка стоит. Терминал временно недоступен. Ладно. Пример решения. Так, и вода теперь льется на фоне, красиво все, в канализации сидим. Я думаю... Это, короче, это разгадка. Блин, я еще в детстве не любил такие загадки. Ну, это типа пересечение, да, как я понимаю. Типа, если есть, то есть. То есть, вот один здесь есть. То есть, зачеркнули. Проходим дальше. Здесь один тоже есть. Здесь один есть. Здесь вот двойка. Двойка находится у нас только... А сколько должно быть цифр? Ну, вот одна единичка, да? Ну вот пересечение есть, хорошо, ладно, без проблем. Тройка есть только здесь и здесь. Тройка опять же здесь и здесь, двойка только здесь. Все? Так. То есть здесь 2-2. 2-2. То есть там где двойки, они совпадают. Ну, я не понимаю, в чем тогда проблема. Записи. Давайте еще разочек. Я не понимаю, что такое 3 тройки. Так, давайте еще пойдем логично. То есть вот смотри, вот у нас есть... А, это типа в ряду. Ну тут, по-моему, все. Ну тут только совпадают и тройки, и двойки, и все. Вот у нас есть, значит, ну типа здесь 1, 1, 1, да? И здесь вот 1, 1, 1. То есть они совпадают здесь, да? Или нужно было наоборот зачеркивать? Сейчас еще разочек. Давай-ка я исправлю. Ну, мне кажется, нет. Какая-то фигня получается. Как интересно. Ой, сюда мою сестру. Ой, она вот эти штуки вообще ломает просто. Давай еще раз. Стираем все. Здесь пересечений нету. Совсем. То есть ни с чем нет пересечений. Здесь вот есть... Подожди, а тут есть тройка. Тройка совпадает с единицами, то есть, типа, здесь, да, здесь четверка вообще, то есть, это не то уже, да, это уже, типа, много. Здесь и здесь тоже, да. Здесь тройка есть, правильно?
тройка, 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 тройка. Здесь единицы. А вот это интересно. Сейчас три. Подожди, вашу дивизию. Так получается, она и здесь каким-то хреном совпала. То есть вот на тройка. А почему она здесь совпала-то? Вот это я не понимаю. То есть вот на пересечении вот типа 3-1, да? Вот 3-1, и тут такой, типа, тут 1, тут 3. И какого... Какого... Случая? Случая. 2-2. Тут тройки. Типа сумма тоже не совпадает, да? Какая задачка-то? Давайте подумаем еще. То есть, что может быть? 2. 2, ну типа 2 как 2. 2 как 1 не совпадает. Вот тут типа не совпадает. Здесь не совпадает, здесь совпадает. Как я думаю. Не совпадает, не совпадает. Вот здесь вот совпадает, совпадает. Может такое быть? Подожди, тут эти совпадают типа тройки. И тут единички совпадают. Вот один, вот... А-а-а! Вот единица. Вот единица, и тут единица есть. Или может, это не сумма? Слушай. А если это не сумма? Если это не сумма. То есть, вот тут понятно, тут сумма. То есть, вот тройка, вот сумма, вот совпадение. Тут хрен пойми вообще. Вот это вот очень много ломает. Тут тройка, тут совпадение, тут тройка. И совпадения нету. А что изменилось? Что поменялось? Что произошло, чтобы... Здесь тройки, тройки здесь. Как бы не стали рабочими. Так, давай это схудрявим все обратно. Фух. Какой работник, какой там номер 2 или номер 1, какой козел, по-другому не могу сказать. Еще раз. У нас есть цифры, которые вот тут, вот типа 2. Не-не-не, я также считаю, блин, не получается, не получается. Давай думать вместе. Ну, то есть, вот. Я тут не пусто еще вашу дивизию. Так, дай-ка я все нарисую. Что-то. Значит, у нас есть, получается, 5 на 5. Здесь у нас 1, 1, 1. Здесь тройка в нижнем ряду. Здесь 2, 2. Здесь тройка в нижнем ряду. 1, 1, 1 высок. Ну, типа, высокие, да? Здесь у нас 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 1. Разлинуем, разлинуем это все дело. Так. Сейчас, дорогие друзья, такая задумчивая штука у нас появилась. Говорит, можно нам логических загадок? Да, конечно, говорит. Давай, говорит, приноси. Может, даже эту можно было сначала разлиновывать, если честно. Я разлиновал для того, чтобы мне как бы понятнее было, да? И вот я смотрю на это все сейчас и задумываюсь, что тут и как должно работать. Но что-то, например, решение мне вот в голову вообще не подступается. Еще раз, еще раз. Давай анализировать то, что есть у нас слева. Вот это на самом деле сейчас важнее, потому что когда мы поймем алгоритм, после этого пойдет все гораздо, гораздо проще после алгоритма. То есть у нас есть здесь двойные ряды, то есть два ряда, два ряда. В первом ряду у нас есть цифры 2-2. 2-2 и здесь есть, но тут еще есть единички. Может быть, это совпадение? Я вот думаю, это, знаешь, на что похоже? Это похоже на совпадение.
Ну, то есть, смотри, вот на двойка, вот не две. Вот на двойка, вот не две. Вот на единичка, вот единичка. Здесь единичка, и тут единичка. Тройка здесь, и тройка здесь. Вот. Так, что-то. То есть, здесь есть в первом ряду три рандомные... Вот смотри. О, я, кажется, понял. Значит, смотрим. Вот есть ряд, вот этот вот ряд. Здесь есть три одинокие клетки. И это возможно только в одном случае, если будет вот так. Раз, два и три. В другом никак здесь не может быть. То есть мы не можем поставить здесь или там здесь, и все, все, мы уже упремся. Потом у нас есть здесь какие-то три клетки, которые мы еще не знаем. Но у нас есть также здесь вот эти штуки. Здесь есть, соответственно, мы тоже разлиновываем. И вот на этом моменте, это очень важно, у нас есть две двойные. Двойная, двойная. Здесь должна быть тройная. Здесь, вот, вот по этой границе должно быть... Стой, стой, стой. Давай к двойкам. За двойки проще цепляться. То есть мы сделали двойки. Давай сделаем здесь двойки. Здесь двойки уже будут приплюсованы вот к этим. То есть по-другому никак. Далее. У нас есть тройки. То есть вот здесь в этом ряду должно быть рядом три клетки. Как они могут выглядеть? Да только так они могут выглядеть. Все, все. В смысле не все? Давай еще раз раздум. Это ж так? Я понял. Услышал вас, создатели. Создатели этой, не сюда, вот этой игры. Значит. Что там дальше было? Три. Два. Заходим. И опять вентили. Ну, соответственно, врубаем. Совсем вырубаем. Вырублено. Крутимся. Обязательно. Ага, еще один вентиль. Угу. Еще крутимся. Теперь у нас есть штуку, которую мы можем вот сюда вот забубенить. И, соответственно, тоже понизить уровень газа. Все. Теперь мы заходим сюда. Наверное. Здесь опять какой-то ключ, код. Обшмонаем шкафчики. Да, турель важна, она всегда важна. Вы что мне рассказываете? Так, еще какой-то есть пароль. Бутылки. И, значит, смотрим. Ну, вообще, по-моему, однозначно. Мы записываем количество синих бутылок. Это назовем Пепси. Пепси. Второе, это у нас будет виски. Потом будет пиво и туалетка. Прям план на... Сегодня что у нас? План на воскресенье. Итак, смотрим. Ого. То есть я вижу, пока у нас Пепси-то ноль вообще-то. Ну, с той самой. С той, которая стоит у компа. Одна. Потом вискарь 4 плюс 1. Подожди, а что это за банка такая красненькая? Возможно, еще одна. Возможно, еще одна, кстати. Может, держим в голове цифру 2. Банка из-под пива 1. Там еще одна держим в голове. Туалетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 плюс 1. Держим это все в голове. Ну, явно мне бы не хотелось бегать сейчас по... Еще раз смотрим. Значит, пароль, который может быть. Давайте сделаем так. Он четырехзначный, как и количество того, что у нас есть. Я думаю, что пароль может быть сейчас 2, 4, 1, 6. 2, 5, 1, 6. 2, 5, 2, 6. 2, 5, 2, 7. А, нуля тут вообще не может быть, да? Нуля тут не может быть. Вы что тут стоите? Вы же по делу стоите? Вы же не можете просто так стать, правильно? Так.
То есть у нас вот какая-то баночка стоит, маленькая. Но это маленькая баночка, она же не такая. Она точно не такая. То есть она просто маленькая синенькая банка. А зачем нам поддон? Вот я что-то ношусь с поддоном. В размышлениях, а что это такое? Не работает. Так, ну возможно, она хорошо, что пока она не работает. Еще, значит, думаем. То есть, может быть, 1. 1,4, 1,6. 1, 5. 2, 6. 2, 5, 2, 6 было, по-моему. Так, давай, что мы уже перебрали? Перебрали мы уже. Какие варианты? Значит, чем я руководствуюсь? Так как у меня логика вообще работает, вот сейчас, по крайней мере. То есть, есть 4 штучки. Вот, допустим, туалетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? То есть, есть 4-значный пароль. 4-значный пароль. Я думаю, что крайняя цифра может быть 6. У нас есть вискарь. Вот он стоит, вискарь. То есть, вторая цифра, как мне кажется, должна быть цифра 4. 4. Потом у нас есть... Вот банка, я так думаю, с энергетиком. Она стоит здесь. Я думаю, что она под номером 1. И мы не знаем количество банок, как мне кажется. Вот этой первой. Поэтому я думаю, что может методом перегонки. 1, 4, 1, 6. Значит, 1, 4, 1, 6. Неверный. 2, 4, 2, 6. Неверный. Ой, какой 2, 6. 2, 4, 1, 6. 2, 4, 1, 6. Неверный. 3, 4, 1, 6. Неверный. 4, 4, 1, 6. Неверный. Пу-пу-пум. 5, 4, 1, 6. Неверный. 6, 4, 1, 6. Неверный. 7, 4, 1, 6. 8, 4, 1, 6. 9, 4, 1, 6. Угу. Тогда, если здесь нету правильных, тогда мы плюсуем то, что видим здесь. То есть у нас первая цифра будет единица. Ну, у нас же есть одна банка. Соответственно, виски у нас 5. Соответственно, банок вот с энергетиком 2. И туалетки у нас 7. То есть 1, 5, 2, 7. 1, 5, 2, 7. Тоже минус. Окей. Пока идей нет других. Тут... Ага, то есть она вся, прям вся целая трясется. Ой, подожди. Фролов? Это какая-то вообще истерика. То есть у нас есть 4 шкафа. И у нас здесь есть... Да прям дофига банок, если честно. Тогда, значит, просто банки. Значит, синяя S, синяя банка. Равно. В первом ящике их 3. Во втором ящике их 4. И, соответственно, это цифра 7. И, возможно, цифра 8, потому что одна стоит там. Дальше у нас стоит вискарь, по-моему. Виски. В первом ящике их 3. Во втором ящике 1. Я не помню, сколько в остальном. По-моему, 4. 4. 4. Значит, эта цифра у нас будет 8. Но держим в уме, что есть еще одна, которая стоит возле того самого места. И тут есть энергетики. Энергетики в первой. Энергетики в первой. И единичка. Во второй, вот это пивные банки, я думаю, мы их не должны считать, они как-то для отвода. Подожди, тут и эти-то не все. Подожди, и эти-то не все. Вот лежит такая же, лежит, а? Подожди, это что за для умственно успешных? Просто худая, блин, банка. Худая банка. Ой-ой-ой-ой-ой. Открываем новый лист. Первый, значит, синяя банка, СБ. Синяя банка. В первом ящике 2. Во втором ящике 1.
И в остальных ящиках, насколько я помню, это вообще нету, да? Я на всякий пожарный. Да, и вообще нету. Соответственно, пишем цифру 3. Четвертая в уме. Дальше. Бутылка, которая виски. Вот в первом ящике, ну, похожи они. Они ж, вот, мне только нижняя напрягает, которая лежит. Я потому что не вижу этикетку. Может, это из-под винища просто. Ну, допустим, 3. 3, но в уме 2. 2. Я просто себе записываю, в чем я не уверен. Плюс одна бутылка из здешнего ящика. Переворачиваемся. Здесь, вот здесь нормальных бутылки, да, 4 штуки. Плюс 4. Значит, у нас, ну, скажем так, пока которые именно есть. 3, 1, 4, то есть 8. Но, у нас есть еще вариант 6. Ой, не вариант 6. Вариант 7, потому что одна на винище похожа. Или 9. Или 9. С одной, которая стоит там. Дальше. Энергетики. Дальше банки энергетиков. Здесь у нас именно банки. Один. Плюс из второго один. Стой, я сейчас спутаюсь. Энергетиков один. Здесь два. Плюс два. Идем сюда. Здесь еще одна бутылка. Одна. Итого это 4 в скобочках в уме с той банкой. И рулон туалетной бумаги, да? Ту-бум. Т-бум. Туалетная бумага. Начнем, как обычно. 1. Здесь у нас цифра 1. Плюс. Здесь у нас 1. Плюс. Здесь у нас 4. 4 плюс 1. 5. То есть здесь у нас 7. И восьмая там. Погнали. Вот у нас есть задачка. По предварительным данным, да, которые не в уме, которые по факту. 3, 8, 4, 7. Значит, я пишу 3, 8, 4, 7. Отпадают. 3, 8, 4, 7. 4, 9. 4, 9. 5, 8. 4, 9, 5, 8. 4, 9, 5, 8. Это оказалось число, которое находится тут. И значит, у нас есть какие-то снимки. Тут что-то работает. Карта. А куда нам бы вообще попасть? Нам бы попасть F4, F5, F7. F4, F5, F7. F4, F5, F7. F4. F5, F7. Ну, как бы, если бы мы пошли здесь, было бы вот так вот. F4, F5, F7. Пока не знаю. А какая самая проблемная получается? F7? А до нее мы пока не можем добраться, да? Значит, мы тогда перекрываем. Вот хорошо было, когда последняя была. F4. Еще раз. Как мы туда можем попасть? А если мы перекроем F1, F2, F3, F4? F1, F2. F3, F4. Давай вот так вот оставим. Возможно, мы сможем что-то сделать. Итого, мы решили загадку. Значит, тут не все. Тут не все. Здесь тоже пока непонятно. Я протыкиваю на всякий пожарный. Прокручиваю. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Значит, у нас там что-то еще, в общем-то, есть. А вот с чем? В подсобке. Мы же все сделали, правильно? Ну да, тут у нас ничего вроде бы не оставалось. Так, все забрали, хорошо. Бочки. Угу. Пусто. Ладненько. Это на всякий пожарный. На всякий пожарный. Пробираем все. Здесь как-то, да, мусор лежит. Очень так прям. Заходим. Это выход. Это проход. Это куда-то еще. Вот, заблокирована еще одна дверь. А куда эта дверь ведет? Она ведет вот сюда. Соответственно, мы сюда пока не можем попасть. И вряд ли сможем. Здесь дверь. И тут закрыто. А чем? Что там было? Вот эта дверь закрыта, вот это помещение. То есть у нас нет ключа от нее.
Лады, лады. Ага, тут мы были, все-все-все. Топаем сюда. Здесь дверь закрыта. Сейчас мы находимся вот тут. Соответственно, проходим прямо направо. Не-не-не-не-не. Вот тут как бы F1, F2, F3, да? Работают. Или не работают? Вот F1 не работает. Здесь он тоже не работает, правильно? Все понятно. Все, я вот этого не видел. Значит, это у нас F3. F2, F2, сорян. Ну, вот так вот сделаем, чтобы F2 не крутился. И вот наш ипподон-то пригодился. Ну вот, все просто. Мы нашли рычаг. А где нам нужен был рычаг? О, еще и здесь. Это куда? Комната отдыха. Комната отдыха. Ой-ой-ой, как это было просто-то, оказывается. Терминал не работает. Может, у тебя куда-то? Сейчас двинем куда-нибудь. Подожди, а тут вода набирается еще, да? Я зачем-то включил воду. И тут пусто. Пусто? Пусто. О, вот это противная загадка. Она не менее противная, чем может показаться. Давайте еще раз. В любом случае, ее надо решить сегодня. От работника 1, работнику 2. Краткие правила игры. Белые ходят первыми. Начальная... Подожди, тут ничего не поменялось? Может, я что-то это упустил? Как это вообще может быть? Ну, это ферзь, да. Стоит на D. Еще раз. На D? Правильно же? Ферзь стоит на D. Это я просто смотрю. А вот что он хочет от меня? Вот цифры Е2 и 4. Вот это первая цифра. Это первая пешка походила. Е2, Е4. Вторым походил. Походила вот эта пешка с H7. Ну, то есть, если бы я делал эту игру, то есть, какая бы у меня была логика, я бы хотел запутать персонажа, игрока. Я бы сказал, значит, смотри, подбери пароль, и вот так и все. Здесь было сделано 4 хода. 4 хода. Белые сделали первый ход. Давайте еще раз, может быть, я что-то не так сделал, но в любом случае первый ход был белых. Е2, Е4. Мы так ставили? Е2, Е4. Е2. Подожди. Стой. То есть первый был ход белых. Еще раз. Е2, Е4. Ну потом типа второй был ход. Но если мы напишем все... У меня какая-то мысль такая светлая появилась и пропала. То есть у нас первый ход был... Записывается... Например, пешка D2 на D4. Хотя, кому интересно, откуда ты совершил ход фигуры, да? Последний ход. Последний ход был ферзь. Последний ход был ферзей. То есть, может быть, стоит указать последнюю. А последние какие у нас были? Последний был ход конем. Вот ход конем. То есть последнее было это G8, F6. Мне кажется, я уж так делал. G8, F6. А предыдущий ход был D1, H5. Так, записываем, значит,
варианты с шахматами. Значит, что точно не сработало? Точно не сработало? Ну, точно не сработало. Значит, d1, h5, g8, f6. Каждая из фигур, которая стоит здесь, которая лежит здесь, сделала по одному ходу. По одному ходу. Я бы записывал. Блин, какая зараза, а. И тут он такой, типа. Игроки ходят по очереди. Обозначение, например, пешка d2 на d4. Кому интересно, откуда ты совершил? Хотя, кому интересно, откуда ты совершил? Значит, и кому интересно, откуда я, значит, откуда вот эти первые, первые, неинтересно, интересно только куда, куда. Соответственно, если куда, тогда первое, какую козлину, я прям убил такого работника. Так, у нас фигура Е4. Е4. Следующий ход был пешкой H6. Потом походил на h5 ферзь. И вышел на f6. И не открывается, да? Потому что надо применить какую-нибудь мудянку. И расхреначить. Я не знаю, если честно. Хотя, кому интересно, откуда ты совершил ход фигуры, да? И с издевкой, может, наоборот. Ой, какой козлина, ой, какой козлина. Иначе, смотрите. Давайте доламывать. Ой, как интересно. Собрался, собрался, разобрался, разобрался. Значит, что у нас интересного? Давай попробуем теперь откуда. То есть, это было с D... С D2, D2. 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 А куда было? О, нет, следующее. Следующее D2. H5. H5 было. Следующая была D1. Это ферзь. И последняя была это G8. G8. Какой H5? Какой H5? Подожди. Какой H5? Это ответил кто? D2 это мы походили. Это H7. H7. То есть мы походили с D2. D2. E2. Ой-ой-ой, вообще. E2. Мы походили с... E... Ну что за звук? Это был звук? Или мне показалось? Почему тут вода? Еще раз. Белые ходят первыми. Игроки по очереди. Ход записывают условными обозначениями. Например, пешка d2 на d4. Условными обозначениями. Ну, то есть, ну, пешка походила. Тут было-то ходов у пешек. Извините меня, вон. Е2, Е4. Е2, Е4. Е2, Е4. Е2, Е4. А потом еще одна пешка вон походила один раз. Сделала она H7, H5. H7, H5. А, еще раз, прикинь. У меня вопрос? Нет, нет, у меня не вопрос. Я просто подумал, что
Как время меня что-то... не успокаивает, не успокаивает. В шахматах я вроде понимаю. Понимаю шахматы. Что-то мне мешает, что я понимаю шахматы. Хотя кому интересно, откуда? Откуда ты совершил ход фигурой, да? Мне кажется, это неинтересно. То есть, если, еще раз, если я был бы разработчиком, я бы делал бы как раз ставку на то, что мне неинтересно откуда. Мне интересно куда. И здесь, получается, есть всего немного-то фигур. То есть, давай, ну, было 8... 4 хода. И 2, и 4. Хочу, знаешь, что сделать? Значит, как бы у нас есть 8 как бы символов, 4. Да, я запишу, ё-моё, может это как-то прояснит ситуацию. Значит, первый ход был Е2, Е4. Е2, Е4. Второй ход была пешка H7, H5. Третий ход был ферзь D1, H5. И четвертый ход был конем G2 на F6. Все, тут... Слушай, если я просто тупил, если я просто тупой, то ладно. Давай просто тупо запишем. А какая идет зачет, верхний или вот это? Давай, Е. Е2, Е4, D1. Не, подожди, тут всего их 8. Тут их всего 8. Соответственно, я вот смотрю на циферки. И здесь будет Е, H, H, F. Е, H, H. По-моему, было уже такое. Мы, по-моему, уже делали. F. А здесь будет 4, 5... 5, 6. Сила, братья. Синий ключ, меня не глюч. А где у нас был синий? Короче, розовая тетрадка, без нее не решается ни один квест. Угу, тут пока темно, ничего не видать, у нас есть рычаг, тоже пока непонятно для чего. И тут есть закрытая комната, насколько я помню, это вот сюда. Потом это... вниз. Нет. Вот она, закрытая комнатка. То есть закрыта вот эта комната. А я просто лом... Желтый ключ нужен. Вот это закрыто. Мало ли. И теперь я не знаю, что делать. Потому что явно будет что-то с подачи газа. И у нас есть какой-то волшебный ключ, который тоже мы пока не знаем, куда использовать. Может, тут что-нибудь? Все, проверил, протыкал. Хорошо. Да, интересненько. Это куда? Все, я уже забыл про синий ключ, прикиньте. Ага. Соответственно, рычаг. И что, а что мы включили? Все работает. А знаете, что это может быть? Это может быть свет. Раз, и вот тут, вот. Да, это был свет. Кто станет есть пиццу в канализации? Вот на трубы. Вот мы зашли сюда. Мы что-то там выключили, правильно я понял. А, аптечка.
Желтый ключ, отлично. Я знаю, где там был. И опять стена. Нужен спо... Опа. Короткий путь. Вот это ништяки. И вот на дверь. С желтым ключом. Пустой баллон. И этот пуст, и этот пуст. А этот баллон пуст. Пропан. Можно... Нетривиальненько. Большой вентилятор. Ага. А что это за вентилятор под номером 7, 6, 5. Подожди, хотя там, наверное, только 2 или 7 только. Вот, наверное, так. Давай, топай. Тын. А-а-а! Подожди, большой это сверху который? Подожди, а большой это какой? Какой это большой? Вот я вижу 5-й, я вижу... Как этот отключить? И где он отключался? Не-не-не, ща-ща-ща. То есть получается у нас есть какой-то мега вентилятор. Вот, F4. Это F4. F4. Это дует F4. Не дует F4. F4, вот он сверху хреначит. Или не хреначит, слушай. А как же там было-то, а, вообще-то? Угу. То есть F1, F2, F3. F3 все равно крутится. F4 может не крутиться. Там больше нет ничего полезного. Так. А подача газа, может, как-то это сыграет? Труба, комната, вентиляция, коридор, вентиль. Я не помню вентилей, которые перекрывают большие дымы, и не ходили там нигде. Давай еще, значит, проходим по вентиляции. Я хочу посмотреть. Возможно, вот смотри. Значит, вот сейчас мы находимся вот здесь. Это F1. Это F1. Вот он. Вот этот вот вентилятор. Это F1. Дальше у нас вентилятор F2. После этого сразу вентилятор F3. И вот здесь находится F4. Но он был уже выключен тогда. Значит, тут короткий путь, тут мы все сделали. Вода лилась. Это странно, да? Трогать, нужно выключить вентилятор. Ну, возможно, он... Не сюда. Вентилятор почему может крутиться? Потому что есть тяга. То есть у нас был вариант А1, вот вариант Б. То есть мы отключили... А эти работают. Давай попробуем. Ну, по-моему, вот сейчас я вижу только метод подбора, и все, если честно. А верхний-то все равно крутится. Он все равно крутится. Такая аптечка. Я прям задумчивый сейчас, да? То есть, вот этот вентилятор типа большой, но мы его не видим. Правильно? Я же правильно понимаю? То есть, вот F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. И как бы есть еще один, но мы его не знаем, какой он. Давай, значит, B2. Ну, говорю, это пока метод подборки. Но все равно он должен сработать.
Так, вентиляция. Зараза какая. Коридоры, коридоры. С1. А что значит С1? С1, С2, да? Что-то такое. Есть тут такое, не? Да, нет, даже ничего не написано, если честно. Это я протыкиваю вот эти места. Мне кажется, я их не протыкнул, а, возможно, зря. И, соответственно, врываемся. Какая большая канализация-то, слушай. Нет, комната отдыха. Подача газа, может быть? Да нет, тут вроде тоже все. Подсобка? Нет. Ни хрена себе! Вот это я упустил, вот это я упустил. Так, и что у нас тут есть? Ядрёны мормоны. Так, где было плохо? Ага, перегрев типа. Газа нету, да? Ага. Ну, очень хорошо, давай. Так. Красное значение одно было. Вот оно, красное значение. О! Так. Вот тут. Алюлец, ой, какой я красненький сижу. Вот это было клевенько. Так, значит, спускаемся вниз. А тут как-то сразу не догадаешься, что здесь проход есть. Соответственно, взрываемся. И заходимся. Так. Ничего не видно. А, факел. Все, факел был не виден. Тут какие-то... Эта статуя разрушена. Давайте записывать, потому что я понимаю, к чему это идет. Значит, первое это не. Второе это S. Что тут еще по краям есть? Сейчас что-нибудь еще на... это нароем. Так, ты кто? N. Я видел N. Есть еще один N. Угу. И кто ты? W. W. Это что такое? Их 4. Так. И, значит, каждый из них стоял в каком-то месте. То есть, вот она, у нас есть как бы дверь, да, которую надо открыть, которую осталось открыть. И, значит, слева стоит N. А кто из них кто? Так. Значит, с косой. Давай так, давай попроще. С косой. Где с косой? С косой. Вот с косой. То есть он стоял у нас на наверху. То есть, ну типа, Норс, да? Норс, как я думаю, Норс. Потом стоял вот этот. Этот стоит с мечом вниз. Это Вест.
Ну, я так понимаю, что это никакой не рыцарь, это какой-то путник, скорее. Вот этот, наверное, да? Да, похож на West. West слева. Еще, West. И потом у нас... Спиной и с мечом, НЕ. Спиной и с мечом. НЕ это вот здесь вот. А, он правильно стоял, кстати. Ну, этот стоял, соответственно, где-то. А где он там стоял-то? Саус, то есть юг. И это был вот этот юг. Закрытая дверь. Ну, я думаю, что, может быть, их нужно раскрутить так, как бы. Эта статуя разрушена. Да я понял, то есть, ну, понятно, что она разрушена. Так. Может, наоборот? Они должны смотреть. Типа, путник, ты идешь своей дорогой. И у них сзади теперь. А относительно, так-то мы вообще... Я вот думаю, а вот все эти направления сторон севера расположены как расположены. Может быть, мы сейчас зашли и под каким-то другим углом все находимся? Будет ли игра в такие игры с нами играть? А подсказка, может быть, где-нибудь есть? Ну, там, типа... Там огонек горит, то есть ничего. Итак. А если мы их все перенесем, ну, соответственно? То есть, как мне кажется, он находится S, да? То есть, вот это ко мне, Саус. Так. Ща. Опять рисуем. Большой круг. Поменьше круг. Еще меньше круг. И самый большой круг. Ну так получается. Значит, на первом круге должна быть коса. Коса плюс крылья. Второй круг это путник с мечом. Путник меч. Третье это крылья. И четвертый это рыцарь. И они имеют каждый, значит, еще раз, которая коса. Коса. Это N. Это N. Хорошо. Подожди, коса это ж туда. N же там находится, правильно? Ну это я просто крутанул его. W, это точно влево. Это кто? Это меч. Путник с мечом. W. Ху-ху-ху-ху-ху. Который крылья. Это S и этот NE. Ну, соответственно, что их крутить? Потому что статуи-то разрушены, поэтому я не думаю, что... Вот здесь вот разгадка будет именно с этими штуками. То есть, я думаю, они как раз будут здесь. То есть, первое положение, которое должно быть, это первое положение вот здесь. Сейчас, я у себя просто рисую. Вот здесь. Угу. Вот здесь. Дальше... S это тут. Здесь первое положение. И NE это вон туда. И вот здесь. Соответственно, возможно, мы сейчас зашли просто с такой точки зрения, где должно быть все по-другому. Ну давай еще раз поставим. Ну то есть вот они. Части севера. Ну севера, юга. Давай еще разочек. Я хочу поставить тебя сюда. Ты ж наверху, да, в самом должен быть.
Второе кольцо, он стоит, как должен стоять. Ну, этот стоит в том направлении, как и должен стоять. Этот стоит, как и должен... Нет, это... Сейчас, рыцарь. Кто посередине? Там рыцарь стоит, да? То есть рыцарь здесь. Все. То есть они стоят, ну, как бы логично стоят. Но если мы зашли не так, как надо, тогда нам нужно повернуться, ну, скажем так, на 90 градусов. То есть поворачиваем на 90 раз. 2 на 90. 3 на 90. 4 на 90. Отходим. Дверь закрыта. Крутим на 90. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Умища. Финальная спичка. Ух ты, ядрёны мормоны. Мистер Филч. Мы навестили Стоуна, как вы и просили. Его не оказалось на месте, но мы смогли найти пропуск к проекту Олимп. Пришлось перерыть весь дом. Понятненько, кто это был. Теперь понятно, кто устроил погром в доме отца. Какой-то пропуск. Олимп. Что у нас здесь лежит, что здесь? На карте помечено какое-то место в горах. Стоит проверить, что там. Пора отправляться к машине. Думаешь? А может, тут что-то еще есть? Красивый витраж. Кажется, здесь изображена гора Редклифф. Кристаллы, детали, шестеренки. Чем они тут занимались? Еще я так это протыкиваю. Мало ли. Короткий путь обязательно должен был бы быть, потому что, ну, долго топать-то. И это мы где вышли? Короче, какой-то красивый. Ой, дорогой. От чего пропуск? На карте отмечено место в горах. Ну что ж, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов Может Все, и сегодня Фролов смог еще одну часть главы нашей игры Tiny Room. По-моему, как-то сложность. Я выражаю свое мнение, мне игра нравится. По-моему, сложность как-то она так вот как-то скаканула вообще нереально. То есть вначале, как мне кажется, логичные загадки. Сейчас, наверное, это дело во мне. Я уверен, что дело во мне, потому что я такой... Сейчас, за два стрима, за два видео мы, наверное, все пройдем и все. Не-не-не-не, конечно, игра дала жару, игра дала с большим удовольствием. Особенно загадка с шахматами далась особенно трудно, пока я не нарисовал, просто не нарисовал. То есть, сейчас тебе покажу. Значит, Вот так вот у меня вот выглядит, да, то есть я нарисовал, вот я написал Е2, Е4, H7, H5, вот это вот все, вот эти вот кружки и все остальное. Вот пока не нарисовал, как-то все шло очень чопорно, как только произошло, мне кажется, прошло все, да, поэтому красотища. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, давай общаться, давай дружить, и знай, мне с тобой было хорошо.